Сотрудники МЧС и полиции ищут виновника пожара на озере Смолино. Огонь разгорелся накануне между двумя поселками. Эти кадры сняли местные жители. Сообщается, что загорелся пух и сухие деревья между поселками Сухомесово и Береговой. Огонь мог перебраться и на населенные пункты. Огромные клубы дыма нависали над небом. Их было видно даже в районе железнодорожного вокзала. Пожар тушили 32 человека и 10 единиц техники. Перехода пламени на жилые дома удалось избежать. Пострадавших нет. Главной причиной возгорания в МЧС считают поджог или неосторожное обращение с огнем.